юные летатели, так именули Яков Узов, стали моделями детей у планера, юноши на самолете. Их десятки тысяч у нас. На них я возлагаю самые смелые надежды. Они помогут осуществить мои открытия. Они дадут талантливых строителей первого междупланетного корабля. Слово предоставляется первому космонавту мира, герою Советского Союза, почетному гражданину города Калуги, майору, товарищу Юрию Алексеевичу Гагарину. Дорогие друзья, прежде всего, разрешите искренне, сердечно поблагодарить вас за приглашение посетить ваш город Калугу, за высокую честь и доверие, оказанное мне, заложить первый камень в будущем музею Циолковского. Разрешите поблагодарить вас за эту очень теплую, дружескую, сердечную встречу, за ваши теплые, хорошие улыбки, за ваши теплые сердца, за ваш энтузиазм и за ваше уважение всему этому делу, делу космических полетов.